Продолжаем выпуск. Президент Казахстана поздравил хорватский народ с национальным праздником – Днем государственности. В поздравительной телеграмме глава государства пожелал стране продвижения по пути прогресса и процветания. Отметил Касым-Жомарт Токаев и неизменное расширение горизонтов сотрудничества между странами благодаря содержательному политическому диалогу между Астаной и Загребом. Глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу – благополучия.